учебного года. Кто-то этому рад, кто-то не очень, но тем не менее это событие нам всем предстоит, и мы с нетерпением ждем его начала. Особенно мы в нашей студии, потому что знаем, что с началом сентября к нам обязательно придут новые кадры, наши старые друзья. Интереснее будет. Только зимой сейчас. Ребячья республика, потому что нам сказали, что она неправильная песня о школе. Но тем не менее мы ее очень любим, и мы думаем, что для детей это именно самая правильная песня. Поиграешь, Сашка, в шашки, и не запустишь промокашку.